Вас вітає інформаційний центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Громчук. Наразі говоримо про таке. У Дніпрі фура переїхала 9-річному хлопчику ноги. Судова тяганина досі триває, винні не покарані. І сьогодні про це говоримо з батьками постраждалого хлопчика в ДТП Кариною Калиуш та Олексієм. Я вас вітаю. Ну що ж, Карино, почнемо з вас. Розказуйте, що сталося, коли це сталося, як це сталося? Это случилось год назад, 7 сентября. Я, как обычно, это был понедельник, я забрала сына в районе 4 часов дня с продленки со школы. Школа 89, она находится на углу улицы Титова и проспекта Богдана Хмельницкого, и мы направлялись в Метеор на тренировку по дзюдо. Когда мы подошли к перекрестку Титова-Кирова, поле сейчас, то мы на пешеходном переходе стояли, ожидали зеленый свет светофора. Когда он включился, ребенок взял меня с правой стороны за правую руку. Дорога была свободная, слева мы не видели никаких автомобилей, и мы с другими пешеходами начали свой путь по пешеходному переходу на зеленый свет светофора своего пешеходного. И нам буквально оставалось пройти, мы прошли уже пол дороги, оставалось буквально пройти, наверное, метра два, как я левым боковым зрением просто увидела, что надвигается что-то большое на меня. И в тот момент, остановись я, либо повернула бы голову, то все, машина бы переехала нас, потому что никаких свистов от колес при торможении в пол я не слышала. То есть машина просто ехала на нас. Я резко поняла, что просто нужно бежать вперед. Мы ринулись вперед с ребенком. Следующее мгновение у меня был удар слева. Меня откинуло по пути моего следования. В этот момент я еще в полете тянула ребенка за собой, и только это помогло нам спастись. Но машина все-таки зацепила его ноги, он упал, и она проехала по ногам. Машина остановилась от моего крика. То есть там просто водитель ехал, он бы ехал дальше. Ну, как он писал, что он услышал крик, остановился, и он писал, что он понятия не имеет, откуда взялись женщина с ребенком, хотя по предоставленной... На пешеходном переходе. Да, да, хотя по его же предоставленной записи с его видеорегистратора отчетливо видно, что мы с ребенком стоим на пешеходном переходе с другими пешеходами и начинаем свой путь. Собрались чи були люди, свідки, чи були да, свідки, да, собрались люди. Женщина, которая переходила с нами, она подбежала, она успокаивала, потому что была паника. Меня откинуло вперед, а ребенок чуть остался сзади. Мне его принесли. Я молила Господа, чтобы жив был, здоров, но видела, что там кровоточит нога. Была паника. Меня успокаивали, ребенок был в шоке. Он сначала кричал от боли, потом его просто, он терял сознание, и кричали, чтобы он просто не заснул. Подбежала еще одна свидетельница, которая была с другой стороны дороги, благо она оказалась медсестрой, кто-то дал свой ремень, наложили жгут, остановили кровь. Ждали скорую, вызвали, долго ждали скорую, ну, это было более 20 минут. Водитель не выходил из машины все это время, то есть уже прошла паника, мы уже спокойно общались с ребенком, чтобы он не заснул, никто не выходил из машины, фура стояла. Она зупинилась там, где... Да, вот когда... Чи на обочине зупинилась? Нет, она вот повернула с Титова на месте аварии Кирова, справа, да, и остановилась уже там, проехав метра два, и уже вот когда паники не было, уже минут 15, наверное, ну, то есть это долго длилось, открылась дверь фуры и вышел водитель. Он у меня перед глазами, я его отчетливо помню, этого седого мужчину. И он скрылся, он не подошел, не предложил помощи, просто вот он вышел, подошел, а потом он просто вот прошел, испарился. Что про него ведомо? Это водитель Черногор Геннадий Васильевич. Работает на фирму Gold Trans города Чернигова, чьим руководителем является Шумейко Игорь Петрович.
Мы в больнице 2 месяца пролежали. Не этот человек, Геннадий Васильевич Черногор, ни директор фирмы ни разу не узнали о состоянии ребенка, не приехали, не спросили. То есть до какой степени это просто не по-человечески повели себя, это возмущает. Что сейчас творится, что судебное... Давайте поэтапно, як велося слідство? Вас викликали на допити? Нас забрала скорая, во-первых, отвезли в больницу, и там появился следователь сразу, вот еще даже не было операции, появился следователь, спрашивал меня, как, что случилось. А потом все, они тишина. Они оставили свой телефон, и он пропал. Мы его нашли по горячей линии тишина, полиции. Тишина, то есть несколько дней... Мы называли происшествие, нам только так сказали. Мы его сами, мы еле напросились к нему на прием, он, говорит, занят был. Приехали в областное управление внутренних дел, и он первым делом сказал, что вот руководитель предприятия Шумейко, что это уважаемый человек, и может вам предоставить, говорит, 10 тысяч гривен, чтобы вы забрали заявление. А у нас была угроза потери ноги, и мы были шокированы, то есть что... Он говорит, 20 тысяч. Мы как бы отказались. Он говорит, тогда не волнуйтесь, дело под контролем, до свидания. Вот и разговор был окончен, и мы его больше не видели, как бы он нас не вызывал. И машина была отпущена, мы потом узнали, с под ареста сразу, хотя она могла находиться под арестом. И не главное, что к делу почему-то следователь забыл подкрепить, как этот талон называется? Путевой лист, доказывающий, что водитель выполнял задание этой организации GoTrans. Без этого путевого листа нет доказательств, мы не можем предъявлять претензии, допустим, на возмещение компании GoTrans. Потому что она говорит, этот водитель не выполнял наше задание. И не работала камера, извините, именно в этот день, почему-то не работала, там 4 камеры на Титова. Да. Именно эта камера вот в этот день так совпала, камера, не работала. Камера, которая показала бы вот это происшествие, она не работала. Уличная, что до видеорегистратора? На видеорегистраторе видно, что я с ребенком стою на пешеходном переходе с другими пешеходами. После он поворачивает, даже передо мной женщина, которая переходила дорогу, ей пришлось подбежать, чтобы успеть и не попасть под автомобиль его. Добре. Олексію, коли почалася судова тяганина, чому вона досі триває? Через рік? Получается, даже наш адвокат говорит, он занимается именно транспортным происшествием, что у нас... До речі, я вас провів, ви почитаєте, чому сьогодні немає вашого адвоката? Он заявил, что не является, не проводит пресс-конференции по непонятной мне причине. Я не знаю, затрудняюсь ответить. Дякую. Продовжуйте про суд. И получается, что в нашей стране незащищенные люди, они могут попасть под автомобиль на пешеходном переходе даже, сбили Карину с ребенком, и водитель не несет никакой ответственности. Водитель сразу же продолжает дальше ездить на машине, сразу же. Он ведет полноценную жизнь. На суде он говорит, вы докажите, что это я. Он смеется. Одна из причин непоявления его на судебном заседании, о котором он был проинформирован, то, что он был в командировке. Получается, у нас незащищенные люди, тем более, если это крупная компания. Він свою вину заперечує. Заперечує полностью. Он говорит, вы сначала докажите, что я был. И он затягивает дело, мы даже не прошли первое заседание. То есть у нас не было прочтения обвинительного акта. Да, за год. Мы год туда ездим. А это дело у меня сын получил по экспертизе средней тяжкости. Увечья. То есть на это дело 3 года дается. Потом оно просто закрывается. Прошел год, мы даже не произнесли обвинительный акт. То есть он 3 года даже... будет так морочить голову. И все. И просто у нас получается такая вот судебная система, которая просто можно давить людей, быть халатным на дороге. І тобі за це нічого не буде. У якому стані зараз дитина? Ребенку провели огромную операцию в день получения травмы. Мы благодарны врачам, которые спасали ножку. После этого мы 5 дней провели в реанимации, где за нами следили. Ножка была в очень тяжелом состоянии. Врачи не могли нам дать гарантию, что не будет гангрены. То есть это еще продолжалось 2 недели, просто наблюдали, как это будет, что будет с ножкой.
После еще проводились мелкие операции над кожей, так как там просто была рваная рана, ну вот ниже колена правой ноги и прям до пятки, и пятка включительно там полностью оторвала мягкие ткани, там зашивали, пальчики пострадали, лишились пальчика на ноге. Очень много наркозов подвергся ребенок. Ну, просто невыносимо были каждый день перевязки. Он чувствовал, он всю ногу чувствовал свою. Это были перевязки на живую. Это были крики на все отделение. Просто без наркозов иногда не получалось даже перевязку сделать. После было с травматологического отделения нас перевезли в кожное отделение, где нам уже делали пересадку кожи со здоровой более ножки на правую ножку, которая пострадала. То есть, в общей сложности, багато вже, да, по поводу денег, нам сказали собирать чеки. Ну, чеки мы могли собрать только в аптечном пункте, в котором мы покупали непосредственно лекарства. Я вам могу сказать, что вот эта фирма Gold Trans, она зарегистрирована в компании, страховой компании, приватное акционерное товариство, страховая компания, украинская страховая группа. Буквально за первые недели нахождения в больнице мы собрали чеки, и наш адвокат подал позов в эту страховую на сумму 30 964 гривны 62 копейки. Это были одни из первых чеков. У меня их очень много позже сложилось. Но даже на это компания ответила, что не всі долучені документи, фіскальні чеки на купівлю медичних препаратів підтверджені документально відповідним закладом охорони здоров'я. Хоча всі покупались в аптеці непосредственно в больниці на Космической. І з цієї суми вони предложили по істеченню суда оплатить 12 389 гривен 28 копеек. И это только, я повторюсь, это были первые, ну, недели 4. Мы еще потом месяц провели в больнице, где каждый день покупались лекарства. После, когда нас отпустили и мы переехали домой, ребенок у меня не в ходячем состоянии был. Еще месяца два я его переносила и каждый день делала сама перевязки, то есть покупались медикаменты. Давайте зараз відповімо на питання журналістів. Колеги. Скільки всього було засідань? Ну, засідань где-то было, ну, порядка 10, на которых, ну, порядка на 5 появился Черногор Геннадий Васильевич. И срывал их практически. И то их срывал, буквально они не проходили по причине... Он заявлял, то не ознакомился достаточно с делом. Да, на следующий он сказал, у меня нет. Я вижу, пожалуйста, давайте говорить по черзі, бо да, камеры не встигают от спикера до спикера перейти, добре? Да, то есть он заявил на одном из заседаний, не на первом, то есть некоторые заседания он просто отсутствовал, а в день заседания приходило от них с города Чернигова какой-то телефонный звонок о том, что он либо он на больничном, там еще были причины, что он в командировке, хотя он знал все даты заседания. На одном из заседаний он просто сказал, что я не ознакомлен с делом, хотя у меня есть документы, где он, его и допытывали, то есть он подписывался, что он ознакомлен со всем, что ему предъявляют. На одном из заседаний он заявил, что это не он вышел из машины. На следующем он заявил, что таки все-таки он, и он, мы находились в слепой зоне. На другом он заявил, что ему нужен адвокат, хотя ранее подписал документ, что он готов вести дело без адвоката. То его адвокат был в отпуске. То есть вот такие нюансы, и постоянно переносилось заседание. Заседание одно в среднем где-то в полтора месяца назначается. И вот уже по прохождению года, по истечению года, мы еще даже не рассказали о случившемся. То есть дело не открыто, можно сказать. Чи відомі прізвища суддів? Суддя, кіровського суддя Підберезний.
Какое состояние сейчас вашего ребенка? Сейчас он ходит? Сейчас вот мы периодически проходим то процедуру электрофореза, ездим на осмотр в больницу на Космической, ходит на пяточку, по дому вижу, старается не наступать на правую ногу, потому что это уже инерционное, скорее всего, я с этим борюсь, так как уже у нас есть проблемы со спиной, она начинает искривляться вот из-за того, что он пытается ходить, не наступая там, на носочки правой ноги. Сейчас, вот последний раз мы были в сентябре на осмотре, где нам предложили, так как у нас пяточка кровоточит, потому что пересаженная кожа не является подошвенной, он натирает, и предложили три вида операции по сложности, и то мы можем делать только первую, сначала более легкую, если она не поможет, чуть серьезнее, если та не поможет, тогда там вообще операция очень серьезная по пересадке подошвенной кожи с левой ноги на правую ногу, и как приживется, никто не может ответить. То есть все еще в процессе лечения происходит. И ни одной из операций, ни медикаменты никто не оплатил? Никто не оплатил, да, да. Нам помогала школа, классный руководитель. И дети, ученики. Да, да, класса, были отзывы, мы благодарны за помощь. Підкажіть, будь ласка, скільки вже витрачено коштів, скільки ще потрібно вам на операцію, на реабілітацію? Ну так, я вам скажу, что это просто первые месяца, это просто выбрасывались деньги, никто не смотрел. То есть, ну я вам сказала, то есть за первые 4 недели это были 30 тысяч. Там далее, ну операции я не считаю, то есть это у нас бесплатная медицина. Ну и также, как и сейчас, тоже нам сказали, в принципе, сколько это будет стоить, пока мы не готовы вот делать операции, которые нам сейчас предложили дело врачи. Дело еще не в том, сколько стоит, и что мы там, нам не столько мы справляемся материально, хоть тяжело. Дело в том, что возмущает, что случись такое вот в городе, и никто не несет ответственности, никому не нужно это. То есть могут переехать ребенка с девушкой на пешеходном переходе среди белого дня со школы, там вообще может ли фура ездить, это пешеходный переход со школы на Титова. И дальше работает эта машина, это водитель, и всем все равно. И они уже знают, чем закончится суд, ничем. Все как обычно. То есть в нашей стране вот нас возмущает, что нет, ну, не защищены обычные люди от подобных происшествий. Скажите, пожалуйста, как действует судья, прокурор, пытается ли они как-то поспособствовать продвижению дела или наоборот? Прокурор все время почему-то меняется. У нас даже сколько было. Да, у нас меняются прокуроры. Такая система, что они всегда меняются, поэтому они всегда не в курсе каждый происходящего. Раз даже не в курсе приходит прокурор, на месте ознакомливается с делом. То есть, ну, вот у судей очень много дел. Они, судья тоже приходит, он не помнит дело. Это у них действительно большая загруженность у судей. То есть он приходит, что за дело, что там помощник ему напоминает, быстро не пришел, тот профессионально отвел дело, все, ну, переносим через полтора месяца. Все, вот так вот. Это все происходит. Судья, нельзя сказать, что он там, он действует в рамках закона, который у нас есть. Да, я хочу отметить, что вот водитель Черногор, он поворачивал на красный свет светофора, но там висит зеленая экспериментальная стрелочка направо. Так как, когда включается пешеходный свет для пешеходов зеленый перпендикулярно Кирова, то еще секунд 50 горит красный свет на Титова в сторону Метеора. Даже, ну вот проводились, там, назначались экспертизы и автотранспорта, проводили и техничный нагляд, и со свидетелями, и сделали высновок, что в данной дорожней обстановке водитель вантажного автопоезда Чорногор Геннадій Васильович повинен був діяти відповідно до вимог пункту 16.2 правил дорожнього руху. При заданому механізмові події дії водія вантажного автопоїзда Чорногора ГВ не відповідали вимогам пункту 16.2 правил дорожнього руху, що з технічної точки зору перебуває у причинно-зв'язку з настанням даної ДТП.
технічна можливість заподіяти наїзду на пішоходів Калеуш Каріна Кареніна та Калеуш Давид Олексійович для водія вантажного автопоїзда Чорногора ГВ визначалась виконанням ним вимог пункту 16.2 правил дорожнього руху. Для нього не було яких-небудь перешкод технічного характеру, які не дозволили б йому виконати зазначені вимоги ПДР. Для оцінки дій пішохідів не потрібно застосування спеціальних технічних знаків. У нього був повністю обзор, чому він так поїхав. Він, видимо, думав, що люди побігуть вперед, як на машині, вже на большій, поворачують, а тормозити тяжело на такій машині. Він, видимо, хотів, щоб швидше побіжали, а Каріна з Давидом просто не побачили. Ті люди побіжали вперед. Він взяв великий радіус, він проїхав по Титова, а потім різко повернув на Кірова, коли ми вже буквально доходили до я правильно розумію? Тобто висновки медичної експертизи є, да, висновок транспортної все є, а питання вину, лише в тому, що людина не з'являється на суд. Да, що переноситься постійно судебне засідання, і по стечені трьох літ діло просто буде закрите, і він буде просто відпущен. Чи будуть ще питання у журналістів? Скажіть, там який ступінь тяжкості пишеться? Середньої тяжкості. Да, була судмедекспертиза середньої тяжкості. Чи відповідає це дійсності, чи це правильна термінологія? А яка термінологія? Середньої тяжкості. Чи так воно є насправді? Сложно сказать. Мы потеряли, у нас нет мизинчика на правой ноге. У нас покалечен третий палец, он тянется вверх, неудобно одевать обувь. Нет пол сантиметра пяточки. Он похрамывает и искривление позвонка в связи с этим. То есть я не знаю, что относится к более тяжкому. Он не может долго ходить, потому что у него нога начинает кровоточить. То есть мы до школы, даже вот со школы приходит, у него мы ботинки кровь. Мы ходим с пластырем. Пластырь одеваем максимально, потому что кровь в ботинке, он приходит домой. И подкладываем под пяточку. Да. Спустя год. Все еще продолжается. Тут дитина абсолютно травмована и лечение еще потребні операції. Да, еще скажите, операції. Наступне засідання коли буде? Будь ласка, проанонсуйте. Следующее заседание у нас назначено на этот понедельник, 15 ноября на 12.00. Кировский суд. Журналістів запрошуєте? Так, я думаю, огласки стоїть. Що ж, наразі ефірний час у нас закінчується. Дякуємо, що сьогодні до нас завітали, поговорили про таку справді важливу тему. Я нагадую, що сьогодні у наших гостях була Карина та Олексій Калеуш, а батьки постраждалого 9-річного хлопчика, який так потрапив в ДТП, якому фура переїхала ноги. З вами була Анна Гробанчук. Дякуємо, що були з нами.